Конкурс продолжается. Впереди финал и торжественное закрытие 6 декабря. Концертный зал имени Чайковского. В торжественном концерте закрытия выступят финалисты в сопровождении Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Дирижер Михаил Шехтман. Награды конкурса – золотой, серебряный и бронзовый щелкунчики. Прямая трансляция из концертного зала имени Чайковского на телеканале «Культура» и медиаплатформе «Смотрим». «Смотрим» — это просто. Наводим камеру смартфона на QR-код и скачиваем приложение. Это все, что вам нужно. Теперь все новости с видео, прямой эфир всех каналов и самая большая коллекция фильмов, сериалов, программ у вас в руках. Смотрим бесплатно онлайн.